Всем большой привет из Берлина. С вами Елена. Эти видеозаготовки из Вюнсдорфа я делала еще в прошлом году и собиралась ездить еще, но у меня так и не получилось с поездкой, поэтому решила уже выставить как есть. Приятного просмотра! Все вот за таким забором. Все, выросли деревья. Даже не знаю, что там. Это Роза Люксембурга Штрассе. Здесь немного облагородили, а остальное вот за таким вот забором. Там тоже такой же забор. Вот. Вот такое здание напротив бетонного забора. Что здесь, я не знаю. Сейчас я найду. Вот такое оно еще заброшенное. Напротив уже вот аккуратные жилые домики. В ряд стоят. Обжитые уже. Здесь нет ничего. Никого. Так. А, вот это и есть больница. Вот, Роза Люксембург. Висит табличка. 5 марта 1871 до 2019. Больница, значит, была лазарет, старое здание лазарета. Но еще в гарнизонском музее, по-моему, есть. Тоже только она потом расстроилась, я так поняла. Сейчас мы немножко обойдем, еще лучше рассмотрим. Здесь они деревья пометили красными точками. Может, какие-то оставить, которые именно надо. Природа, конечно, здесь красивая. В Вюнсдорфе. Цусами. Недаром, что здесь хотят сделать эко-город. Единственное, что проект очень дорогой. Нужны очень большие вложения. Сначала его одобрили, но вложения очень большие. Теперь он опять у них завис. Вот так вот. Ну да. Такой большой вот. Получается, за лазаретом. Ну, за лазаретом я уже даже в каком-то своем видео, сейчас не помню уже, по-моему, все в этом видео про дом офицеров, там я все вкладывала, площадку я показывала, там новые дома, вот, примерно-то на эту площадку, наверное, выходит, здесь птицы, там какие-то уже новые дома. И старая вот посреди больницы.
здание лазарета, больницы, где табличка, что там находилось тело Розы Люксембург. И здесь вот такой вот забор бетонный. И мы направляемся дальше. Вот напротив лазарета, за бетонным забором, такое здание находится. Перед лазаретом стоянка, и вот отреставрированные дома, детская площадочка, а здесь еще вот этот вот бетонный забор. Все, видите, как заросло, без бабыги. Да, там все, здание все. Так, сейчас мы пройдемся до угла, я покажу вам, что и находится за углом. Еще до угла не дошли, я просто решила показать, что там за забором, еще какие здания. Ну, какое-то еще здание. Вот за стоянкой такой вот красивый дом. Посмотрите. Ну, вообще-то они все красивые. Смотрите, какой он. Сейчас ближе подойдем. Это здание перед лазаретом, как бы между лазаретом и домом офицеров. Посмотрите, вот как его красиво отремонтировали. И здесь вот такие симпатичные домики. Дом номер один. Наверху такое овальное окошечко. Это у нас делают так молодые деревья, чтобы когда ветер, не погода, чтобы деревья росли прямые. Облагораживают так вот столбиками. Здесь так вот. Такой красивый жилой райончик здесь сделали. Женщина написала: ну и что, что вы там показываете всю эту чистоту? Подробности, пожалуйста. Но я не знаю подробностей, я же не служила в армии. Я просто показываю, как есть. И как я уже сказала, вы сами уже, каждый знает свой любимый уголок, свой любимый дом. Время обеда. Получается, здесь вот такой выход. И с другой стороны тоже выход. Получается, Роза Люксембург и Ор Нирнг. Трасса. Кленовая поворот, или как? Кленовый поворот переводится. Может, ошибаюсь. Я неправильно сказала вам. Там, ну да, дом офицеров, но он не сразу. Я не очень хорошо, конечно, ориентируюсь, потому что я в Минсдорфе, наверное, третий раз делаю съемки. Поэтому с меня не очень хороший ориентатор. Тут здание еще. Здесь вот. Я его показывала Розе Люксембург, штрасса 1. Это здание, я говорю, по-моему, вот в доме про офицеров, дом офицеров хаос. И тогда я показывала вот эти здания более подробно. Я сейчас уже тогда не пойду туда. Очень многие
Да, у меня немного подписчиков, немного уж просмотров, немного комментариев, но есть комментарии. И многие пишут, кто узнает родные и знакомые места. Здесь есть кто писал, что здесь находится. Кстати говоря, весной я была, получается, летом. Ну, в июне я была первый раз. Сейчас уже разобрали здесь более так было, как сказать, ворот. По-моему, висели двери еще. Сейчас уже все поразобрали. Ну, до трубы я не пойду, я уже показывала их в одном видео. Ремонтируют, леса стоят. Вся территория, где находился полк охраны, все сейчас обнесено. Там же находился ансамбль Пляски, как я поняла по карте. Все обнесено. А пока ничего нет. Все, что... Еще в процессе строительства. Еще пока даже не началось. Такую водонапорную башню отремонтировали в Винсдорфе. Она была выставлена на продажу, я не знаю, купили ее или нет. Но в ней можно было поселиться, жить как, чтобы это был дом. Не знаю, честно сказать, заселили ее, нет. Такая вот здесь вокруг территория. А в Цусане еще такая башня стоит. Она еще даже не в процессе ремонта строительства. Просто огорожена. Там вся территория заросла лесом. Ждет своего часа. Моя видеопрогулка подходит к концу. Я вас всех благодарю за просмотр моего видео. Желаю здоровья вам и вашим близким. До новых встреч в новых моих видео. Всем пока!